Сегодня у нас драники без использования яиц и муки. Картофель натираем на самой мелкой терке. Классических драников всего 3 ингредиента. Это картофель, лук и соль. Теперь на мелкой терке натираем лук. Солим по вкусу и перемешиваем. Теперь нужно, чтобы с драников стекла лишняя жидкость. Так они будут лучше держать форму. И для этого я перекладываю их в марлю. И хорошо отжимаем. Наливаем растительное масло. Пока масло прогревается, лепим драники. Теперь можно жарить. Обжариваем с каждой стороны примерно по 3 минуты. На умеренном огне до румяной корочки. Как видите, драники прекрасно держат форму и не разваливаются. Готовые драники снимаем и выкладываем на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. Как видите, они прекрасно держат форму, хотя мы не добавляли ни яиц, ни муки. Не разваливаются абсолютно. Готовые драники подаем горячими со сметаной и сразу же наслаждаемся. Вот такой вкусный и простой рецепт. Готовьте с удовольствием, кушайте вкусно и будьте здоровы!